Здравствуйте. Я Мусаева Васильевич, сотрудница Центральной библиотеки, централизованной библиотечной системы Сабайского района. Вы читали все книги, которые задавали вам в школе? Мы уверены, далеко не все, несмотря на аттестацию отличия. В этом нет ничего плохого. Просто некоторые романы раскрываются в полной мере тогда, когда пересекаются с нашим личным опытом, с нашими мыслями и мировоощущением. Я постепенно собираюсь вам предлагать книги, и вы будете выбирать из них и начнете читать прямо сейчас, и вы откроете бездну смыслов, глубоких тем и переживаний. Например, книга Федора Михайловича Достоевского «Игрок». Вкратце про книгу. Алексея одолевает сомнения. Игра в рулетку и большой выигрыш не принес ему желанного результата. И его любимая девушка не приняла этих денег. Мужчина становится не просто зависимым от игры, а одержимым ею. И только тогда, когда судьба всех героев практически разрушена, девушка признается, что всегда любила Алексея. Очень сложный и глубокий философический роман о любви, жертвенности и одержимости. Не странно, что в школе не хотелось читать это большое произведение. Достоевский не просто поднимает сложные темы, но и оформляет их в очень сложные, сложноподчиненные предложения, длинные. Для прочтения такого романа в молодом возрасте нужна чрезвычайная концентрация, внимание и терпение. Теперь, когда есть нужда в глубоких и увлекательных книгах, «Игрок» – идеальный вариант.